Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья. С вами Faux Power Studio, как и всегда, и Кэлбран у микрофона. Сегодня для нас будут играть GPG, Headcrow Bears, Хохлы Трикса, да, вот такое вот есть название команды, и Wanted. Также нас будут сегодня радовать, и мы с вами посмотрим как минимум три первых матча группы номер 2 на Alifight of Rage League Team Cup номер 5. Вот. И что ж, первый матч, матч открытия сегодняшнего игрового дня. GPG против Headcrow Bears. Давайте немножечко изменим произношение команды Headcrow Bears. Давайте просто будем их называть Headcrow или, не знаю, блин, я даже не знаю, это как-то трудно определиться, как назвать команду, особенно когда у нее такое трудное произношение, даже если в сокращении. HCB, надо на язык себе прям наплести. Так, ладно, начинаются у нас ножи, ребята из GPG почему-то сейчас находятся в режиме АФК, но пока они находятся в режиме АФК, давайте немножко познакомлю вас с составом играющих сегодня команд. За команду GPG сегодня выступает пятерка из игроков таковых. Ники, Кекс, или Кексторик, или Кекстор 2K, Young Sharks, Синф и Rage замыкают эту пятерку игроков. За команду HCB выступают Кимис, Допи Додж, Флокси, Траблмейкер и Эними, последний из этой пятерки. Ну что ж, матч вроде как уже начинается. Пожелаем всем игрокам приятной игры, получить удовольствие, что немаловажно. Ну и, естественно, желаю всем приятного просмотра данной встречи. Стоит упомянуть, что вчера завершился первый игровой день на Alifight of Rage League Team Cup номер 5. И вчера в упорной борьбе из группы своей вышли два коллектива с названиями Team Dratuti и коллектив Evolution. Да, Evolution. Что ж, вот такие вот у нас команды уже пробились в следующий этап соревнований, куда попадет всего 8 команд, если кто не знает. Всего вообще есть 4 группы. Вот мы сегодня будем смотреть за матчами второй группы. Вот. Завтра, соответственно, за третьей группы. Ну и послезавтра уже, скорее всего, за четвертой группой. После чего уже начнется стадия плей-офф, игр на вылет, в которой мы и узнаем, наконец-таки, победителя. Имя победителя 5-го турнира от Alifight of Rage League. Ну что ж, также подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Faux Power Studio. Подписывайтесь и также на Alifight of Rage League. Они у нас есть в ссылках в группе. Их вы можете найти, если, конечно же, вы еще до сих пор не подписаны на эти наши паблики. Что ж, ну вроде бы все сказал. Еще раз, с вами Кэлбран. Сегодня будет комментировать Alifight of Rage League Faux Power Studio. Ну, как всегда, в принципе, тут без каких-либо сюрпризов. Начинается у нас матч HSB против GPG. Начинается пистолетка, и GPG будет начинать за сторону атаки, а их противник, соответственно, за защиту будут выступать. Ну что ж, 5 USP, кстати, у HSB. Это очень интересно. Интересно выглядит, так как обычно у кого-то в команде имеется в своем активе девайс P2000, ну, такой мини-девайс, так что это довольно-таки интересно. Ну что ж, матч начинается, первый раунд этого противостояния, матча в формате Best of 1, напоминаю, проходит, так же, как и все матчи группового этапа на Alifight of Rage League. Что ж, все, погнали! Погнали. Минута 30 до конца пистолетного раунда. Первый пистолетный раунд на сегодня. Выполняют у нас рейсы занятия Б-апартаментов. И просто, видимо, под информацию пытаются отыграть и где-то поймать своего противника на
ошибки где-то на пуше, как мы видим, двое стоят у нас в Б-апартаментах, один контролит мид, и двое контролит А-паусы и яму, соответственно. Что ж, ну, пока что никто из КТшников не суется. Вот у нас первая стрельба уже пошла на Б. Ох, какая хорошая ювелирная хаешечка прилетает в ноги прям по Рейджу. Но Рейдж осталось 65 хелспоинтов, в принципе, до конца раунда. Этого вполне может хватить, если, конечно же, особо не перестреливаться. Ну, или просто перестреливаться, но давать прям в голову, как он сейчас это и сделал. Прям своими первыми выстрелами попал по Кимису в голову. И у того только 7 хелспоинтов. То остается, что, конечно же, не может не печалить. Вот у нас уже есть минус от Рейджа и выход на Б. Уэнд от команды GPG осуществляется. Синф также реализовывает свой глок. Есть минус от Enemy, но тут же Рейджа вместе с Кексом, с Кекстором оформляют по минусу. Но тут Фокси присоединился, и Рейдж завершает эту всю феерию убийств своим минусом. Ну что ж, 1-0, GPG выигрывает первый пистолетный раунд. Хороший буст они получают по экономике, ну это понятное дело. А вот их соперники закупаются пистолетами, решают сделать форс. Ну, возможно, это и правильное решение в данной ситуации. Ну и как мы видим, GPG у нас уходит под апартаменты Б, что, в принципе, неплохо, неплохо, потому что их противники сейчас засели совсем иной точки, находятся они под А пунктом, и все, выход у нас пошел на Б апартаменты, через Б апартаменты, вернее, один у нас принимающий на Б стоит, это вроде как Troublemaker, да, Troublemaker, единственный сейчас принимающий, у него есть P250 на руках сделал, он смог, кстати, сделать один минус, но вот дальше не пошла стрельба, больше он делать не смог, минус 2 находит синф на Б апартаментах, остается для Фокси вместе с Дуб, Доги вдвоем. Вот уже отлетел Фокси, и Допи Додж или Доп Доги остается последним выжившим в своем коллективе. Плохая флешка, но Рейдж все равно идет. Ну, тут, в принципе, ничего страшного нет. У противника были пистолеты на руках, и GPG благополучно взяли раунд, угадав вектор засады своего противника. Все КТшники, за исключением, наверное, одного, сидели на А-пойнте и ожидали выхода именно на тот поинт, на котором они сделали упор. Но GPG сделали все правильно, как я считаю. Вышли просто на Б без каких-либо там изяществ. Не стали придумывать велосипед. Просто вышли. Вот сейчас у них на миду ожидают очень нехорошая такая история. Потому что пятером КТшники собираются поджимать миду. Сделали они минус один, но потеряли в это время двоих своих соотечественных. Ники выходит на стрельбу на коннекторе. Забирает первого. Может забрать еще одного. Но тут Кимиза вместе со своим тиммейтом перестреливают Ники с шарта. Тробумейкера. Ой-ой-ой, Тробли. Или Трабл, наверное. Наверное, Трабл, правильно. Будет читать этот никнейм. Ну что ж, втроем остались террористы. В принципе, если они не потеряют ни одного девайса в этом раунде, то все будет у них хорошо. Да и при том, что у Кимиса вообще имеется только 13 хп. И это, сами понимаете, не очень много, чтобы можно было как-то побороться за этот раунд. Ну, за раунд он навряд, конечно, попытается даже побороться. А вот выбить один лишний девайс, why not? Ну и попытается сейчас он выйти на шорт, а уже шорта его тут ожидают и ожидают, причем Rage с Mac 10, замечают друг друга ребята, 13 хелспоинтов было у Кимиса, но вот у Кимиса не зашла стрельба и раунд заканчивается на этом 3-0, первые три раунда уходят за GPG, в принципе раунды были такие более-менее простые от этого коллектива. Ничего такого мы не увидели. Да, были выходы на Б-плент, но, опять же, никакого велосипеда ребята из нападения вообще не придумали. Но HSB нужно сейчас исправлять всю эту ситуацию и показывать свой максимум, на что они способны. Потому что если сейчас не тащить за контртеррористов, то вообще за кого тащить? Ну и слово hold от GPG. Тем временем КТшники делают упор под Б-апартамент, под Б. Интересно. Втроем они тут аж сидят. Один у нас находится на шарте. Двое даже на шарте. Траблмейкер у нас запушил. Да ладно. Вот так вот серьезно? Они дали сейчас запушить противнику мидл? При том, что бомба лежит в Б-апартаментах. А я не знаю, ее видно вообще отсюда?
Ну, я не знаю, если CSGO позволяет, наверное, бомбу видно. Причем видно очень хорошо, но Синф не ошибается в стрельбе. Перестреливает противника, которого так вот жестоко зааркадил. Все-таки миду, причем миду, который был бесконтрольный. Единственное, только Син, да, там стоял. Но опять же, Синф этот контролил, ну не бомбу. Но вот сейчас Флокси в своей стрельбе не ошибается. Перестреливает противника с дезертыгла. Ну и 4-4. Ситуация у нас на карте, и 35 секунд до конца этого раунда есть у GPG, чтобы что-то придумать, забрать бомбу и все-таки выйти на один из пунктов. Видимо, какой-то фейт раскидан на Б. Втроем принимают тем временем КТшники этот Б-сайт, но вот вектор атаки террористов направляется ближе к А-пункту, и, как мы видим, бомба также перетягивается ближе к Б. Рэйдж делает очень важный минус в этом раунде, забирает шорт, а выходит с коннектора, тут же его разменивает до пидоджи. Минус от Йонгшарза. Йонгшарз делает дабл, может еще и КТ забрать, если хорошо сейчас поймает. Тайминг, как же его сейчас Фокси это не забрал, когда Йонгшарз прыгал. Ну, интересно. Любопытно, но 4-0, и это главное, что сейчас играет роль в данной ситуации. Так, чатик. Так, все, хорошо. Что ж, продолжаем мы смотреть за этим матчем. 4-0, и UMP на руках у Синфа, понимает, он и читает все-таки экономику своих противников, понимает, что денег там особо в той стране мало, и как бы навряд ли на что-то нормальное хватит. Но, в принципе, так действительно есть. По итогу мы видим, что КТшников нет нормальных девайсов, у них только пистолеты, да и даже ни единого армора они не закупили. Единственное, что диглы, какие-то там пистолеты. Ой, Рейдж, что со стрельбой? Что-то вообще у него улетело не в ту степь стрельба, но... Ну, о, Эними нашел свои, все-таки один минус, даже бомб кэрри забрать успел в это время. Ну, хорош, красавчик, конечно же. Но вот дальше все-таки не дали ему тут проходить. И, как мы видим, 5-0, GPG хоть потеряли два девайса в предыдущем раунде с выходом на миду, который снова, кстати, хорошо пытались занять игроки защиты, но вот защита так и не смогла там нормально побороться на этом миду, распались они вообще там все вместе и особо ничего не продемонстрировали. Единственное, что только на личном скилле Enemy смог сделать минус 2 и забрать вот какие-никакие девайсы. Ну и вот и Кимис уже делает энтри в начале раунда, перестреливает снайпера противоположной команды. И 5-4 будут продолжать играть на карте до конца раунда оба коллектива. Ну, какой-то неоправданный сейчас выпад от Флокси. Непонятно, зачем он это решил. Все-таки команда в большинстве, и ты зачем-то идешь пушить андерграунд. Ну и... Странное довольно решение от этого парня. Хотя, может, было в принципе в данной ситуации, когда твоя команда в большинстве, сыграть по-иному, как-то по сейвове все-таки отыграть. Но уж так получилось, так сыграл, и уравнивается у нас положение сил на карте по живой силе. И 4 в 4 теперь команда будут играть до конца раунда. Вероятнее всего, никто тут не умрет, пока одна из команд не выйдет на поинт. И это я имею в виду, конечно же, команду GPG, которая готовит раскид пункта Б. Посмотрим, как они этот раскид сейчас отыграют. У нас 3 смока сразу готовятся. Да, 3 смока у нас падают на Б-пуэнт. И все, пошли гранаты. Один у нас на Б принимающий. Плюс ему еще помогает шорт. Но вот я думаю, что за таких смоков шорт особо-то не сыграет. В какой роли? Есть минус от Enemy. Тут же есть минус от Рейджа и Ники. Но до этого Enemy сумел сделать еще один блестящий минус. Но вот Б-пуэнт принять он не сумел. И, как мы видим, бомба все равно будет, наверное, вставиться. Но нет, что творит у нас Траблмейкер, который вышел просто из смока. И благополучно забирает раунд для своей команды. Потому что времени у теров вообще практически не было. Что ж, браво, браво Траблмейкер, который потянул время просто на ура. Ну, какой-то флипсайд тактикс показали нам GPG в перестрелке с выходом на Б-пойнт. Ничего не получилось. Единственное, что они все-таки смогли выйти на поинт, даже попытались запонтить бомбу. Но, как мы знаем, у флипсайд тактикс не такие уж и офигенные и замечательные тактики. Потому что иногда у ребят не получается доходить до поинта и ставить бомбу, как это было, наверное, на предматчевой подготовке.
Но вот и сейчас у GPG в ситуации 4 на 4 с выходом на Б-поинт не получилось нормально перестрелять форс, после чего, конечно же, ребята запнулись, да, раскидали хорошие смоги, закрыли все, но вот не получилось немножко по стрельбе, видимо, не договорились, кто куда будет смотреть, и как итог мы видим 5-1 в пользу GPG и Headcrow Bears, наконец-таки берут первый раунд в этой встрече, и у нас раскита пункта на сей раз. Также смоки у нас, я так понимаю, прилетели на весь флэнг, к сожалению, этого мы не видим, да. Один Старс, один Джангл и на КТ также смоук упал. Есть первый минус от Ники. Син хорошо ловит аниме на окне. И бомба будет стоять. 3-5 ситуация. Из этой ситуации, конечно, либо выжимать максимум HSB, либо просто идти сейвить. Но сейчас многое зависит от ямы, которая, я, к сожалению, для траблмейкера не получается такой отыгровкой, которую он, наверное, жевал. Ну что ж, ну, тем временем 3-2, Допидорджи и Кимис остаются вдвоем против тройки игроков GPG. У GPG хорошие позиции, в принципе, перекрестным огнем, они тут могут спокойно забирать этот раунд. Но Кимис не согласен с этим утверждением. Кимис делает минус 2 уже в этом раунде, минус 3, в принципе, в раунде. Ой-ой-ой, Допидорджи, ну вот времени не хватает у ребят обороны, не успевают они... Все-таки раздефузить эту бомбу. И вот так вот GPG чуть не отдали верный раунд. 3 в 2 просто ребята оставались. А до этого 5 в 3 с поставленной бомбы. Каким-то образом успели потерять аж целых троих своих игроков. Оставались, ну, двоих игроков. Потом еще было 3 игрока у них на поинте А. Ну и они тоже отыграли не очень здорово. Потеряли всех троих игроки GPG. И, ну, все равно раунд выиграли только потому, что у HSB просто не было нормальных... ну так, девайсы-то у них были, конечно, а вот диффузов так таковых у них не имелось. Ну и вот, пожалуйста, итог 6-1. GPG выигрывают раунд, который они должны были, в принципе, выигрывать спокойно и уверенно. Хотя выиграли только с нервозностью. Кимис плохой. Тут настрел в смог. Он смог Ники наколоть, но вот и не более чем наколоть. И Ники вместе с Кикскором успокаивают. Да, был игроков защиты. Минус от Йонг Шардза вообще с Шэдоум. Это вообще нонсенс. Синф также с P90 оформляет свой минус, но тут же теряется в стрельбе с этого девайса. И Эними подбирает этот P90. И остается 1 в 4. Тут, конечно, ничто не может предвещать никакого взятия раунда, но как минимум можно попытаться выбить хотя бы один девайс, и он идет на выбивание этого девайса, забирает он все-таки кекстора, и остается 1 в 3. В принципе, можно выбить и калаш, если, ну, если, конечно, повезет у Ники, но к нему идет сейчас дробовик Шэдоу. Шэдоу на таком расстоянии не настреляет как надо, и это калаш. Нет, ТМ-ка лежит, и ТМ-ка прилетает прям в руки сейчас Эними. Эними еще успевает забрать Йонг Шарза, но Йонг Шарза, наверное, в принципе, в данной ситуации все равно умирать или все-таки выжить. Пишет нам Чепидай, глупо было против GPG оставлять Мираж. Эти ребята на прак только его играют. Возможно, возможно, вполне. Особенно вот по раскидам можно сказать с уверенностью, что ребята не в первый день играют уже Mirage. Чувствуется, что ребята и по стратегии, и по тактике как-то посильнее своих оппонентов выглядят. И не сказать, что по стрельбе, конечно, намного сильнее, но вот точно могу сказать, что вот именно вот по смокам, которые они раскидывают, более-менее что-то довиднеется. Тем временем у нас идет жара на апартаментах Кимис вместе с траблмейкером. Успевает забрать двоих, но Йонг Шардз успел забрать все-таки одного из своих противников, но вот этот один минус, это, конечно, все равно не вывод на полноценный размен, и, как мы видим, 3 в 4 будут продолжать играть GPG, хотя до конца этого раунда еще есть минута, и придумать здесь можно много чего, если вот сейчас, конечно, Эними не ошибется в стрельбе. Что? Флокси, зачем ты Эними-то убил? Бедный парень на апдауне, который стрелялся с противником, забрал того, остался красным, но его тут же тиммейт разменял. Ну, такая вот отыгровка не самая удачная от игроков защиты. И Йонг Шардз вместе с Инфом остается 2 в 2. Ой, какая вот, какой тайминг сейчас ловит Йонг. Но Синф исправляет данную ситуацию, остается 1 в 1 против Фамоса. У Фамоса нету второго армора, но это не так и важно, когда
У Синфа 14 хп, и у него калашников на руках. Бомбу нужно ставить 20 секунд до конца этого раунда. Нужно ставить, либо уже проигрывать этот раунд, либо забирать, наверное, игрока защиты. Но игрок защиты находится в кичене. В принципе, он не сможет, вероятнее всего, попытаться как-то поймать своего противника на диффузе. Не диффузе, а на поинте бомбы. Да, вот Допи Додж все-таки встал на месте, не стал испытывать судьбу. Подумал, что, видимо, будет противник фейковать, но все равно забрал 13 хэпового Синфа. Этот раунд отправляется. Копит команда HSB 7-2. Ну, что-то тоже хорошо. В принципе, второй раунд за защиту. Да, это не самый лучший показатель, но хотя бы два, чем... Ну, два, в принципе, лучше, чем один, сами понимаете. One cup CSGO. Ну, по тимплею, в принципе, вот по тимплею HSB не так круто выглядит, как вот у GPG. Ну, серьезно. Заугадис пишет, ливнул из GPG месяц назад. Никто не, никого не нашли до сих пор, но... Ну, не знаю, ну, вот как по мне, так у GPG, в принципе, нормально все. Вот на данную секунду, как бы, не знаю, кто у них там на замене сейчас стоит, но вроде как у них все в порядке сейчас, и они должны, по идее, нормально тут отыгрывать эту игру, вернее, завершать уже эту игру, которую они имеют грандиозное, подавляющее просто преимущество по взятию раундов. Ну, 7-2, и сейчас выход под Б, возможно, будет удачным. Вы посмотрите, какую интересную позицию занимает сейчас Траблмейкер, который может очень много неприятностей принести своим оппонентам. Но он идет пушить. Ох, сейчас он может там найти толпу, которая раскидывает поинт. И вы посмотрите вот на эту раскидку поинта. В принципе, очень хорошая раскидка поинта. Мы видим, сколько смоков падает. И шорт закрывается, поинт закрывается, все закрывается. Но хороший Молотов просто сейчас остановил все нападение. Давайте посмотрим, что будут делать у нас террористы. Террористы просто перетягиваются на аплайн, что, в принципе, верно в данной ситуации. Ой, как это круто. Они просто пятерых сейчас свели в одну точку. Да, вчетвером КТшники находятся под Б. Один находится под подходами к аплайнту. Но вот Фокси, несмотря на то, что он не находился на А, все-таки смог найти свой минус. И сейчас будет пытаться принимать в одиночку этот выход на аплайнт. По нему попадают. Он остается все равно в живых, убегает. Понимает, что есть еще из кичена противник. Кидает хорошую флешку, которая захочет вообще сейчас всех. Ники тем временем забирает противника на Б-пункту. И 2 в 4. Фокси вместе с Эними будут пытаться вывести этот раунд в свою пользу. Эними начинает выводить понемножечку свою команду из такого вот тупика в этом раунде. Плохая хаешка, хотя хаешка в перспективе была довольно неплохой. Ники тем временем забирает Флокси. И остается у нас Эними, которого тут же убивает Кекстор. И, пожалуйста, 8-2, четырехкратное преимущество команды GPG. Ну, Чепит, дай, ну, возможно, ты прав на самом деле. Возможно, ты прав. Да, чувствую, что GPG немножечко в микромоментах, да, уступает. Ну, вспомним тот момент, когда они, помните, выходили на Б-пуэнт. Давайте я вам даже покажу вот эту ситуацию. Выходят ребята на Б, раскинули тут все прекрасно. И вот тут просто противник сидит. Я уже не помню, кто тут сидел, но кто-то вот за форесом на углу сидел и просто сделал минус 2. Хотя, если смоки здесь везде лежат, на форес должна быть моментальное внимание уделено. Но почему-то, да, все-таки форес делать минус 2, но и по итогу все равно они, конечно, раунд взяли, если я не ошибаюсь, но все равно это пахнет горячим, и как-то нужно исправлять данные ошибки, которые все-таки имеются у GPG. Да никто вообще не говорит, что GPG идеальная тактика, просто ребята, ну, посильнее выглядят, чем HSB. Большое спасибо, Чепи Дай. Йонг забрал своего, в принципе, хорошие минус выдал нам снайпер команды GPG. Единственная проблема, что по своему попал, но бывает тоже такое. Привет, паука.
Да, новые матчи на протяжении еще как минимум двух, вот считая это, трех матчей мы будем смотреть. EU Team Cup, кстати, продолжается, пятый турнир от Elite Fighter Rage League. Смотрим, продолжаем смотреть. Сегодня вообще у нас игровой день любительского Counter-Strike. Также на первом канале будут трансляции вестись от Алексея Редвака Седова, который будет комментироваться немножко другой турнир. Тоже можете зайти. В 14:00 там матчи начинаются. Буквально через полчаса там начнется игра. Синс тем временем выдает минус 3 по головам. Просто раздал этот парень. Это вроде как капитан команды GPG. Мы, кстати, с ним недавно вот списывались. Он писал, что попытается показать вообще максимум на этом турнире. Что его команда очень много готовилась. В принципе, как мы сами знаем, GPG играли у нас в Mirage. И вот такая, знаете, инсайдерская информация. Наверное, я не должен ее говорить. Но кто будет, возможно, играть против GPG, у них не все карты готовы. Потому что проблемы с пятым, сами понимаете, нужно готовить карты. А не так уж и много времени для этого имеется. Так что, если Mirage у GPG готов хорошо, то вот другие карты под вопросом. Ой, спасибо за угадис, спасибо. Ну, конечно, катни, конечно. Обязательно чапит. Да, и катни. Посмотри, на что способны эти парни. Сам проверишь. Ну ладно, продолжаем смотреть. GPG уверенно, очень уверенно выигрывают данную встречу. Скорее всего, они эту игру заберут уже в свою пользу, потому что отдать такую игру очень будет трудно. Но что сейчас у нас вытворил, по-моему, Кимис? Нет, не Кимис, а Траблмейкер. Там прострелил через деревяшки Б-апартаменты. Причем прострелил не на каких-то 10 на 2 хп, а на 53 хелспоинта. Прострелил он Кексторм, который стоял сейчас на Б и попал вот под град своего противника. Ну и Рейдж, начиная стреляться в одиночку, делает минус по Фоксе и оставляет своих противников в меньшинстве 4 в 5. Уже. Ой, какая ювелирная флешка, которая вообще ослепила всех троих игроков защиты. Комично это на самом деле выглядит, как втроем КТшники смотрят Б-апартаменты, на которые Теры даже упор не делают. Единственное, только просто пытаются настрелять по кому-то, но превосходит, про вас превосходит GPG своих оппонентов в данной встрече, что все просто получается у GPG. Ну, не прям сказать, что прям все-все-все, но вот реально все получается. Ну, единственное, что сейчас Young Sharks попал, наверное. Обидно. Обидно, что он не попал, мог там сыграть, хотя он по Кимису попал в начале раунда, оставив ему 21 хелспоинт, и сейчас не попал. Что-то пока что Шаркс с ВП не так уж и идет, а в плей-офф, это, я думаю, будет играть важную роль. Вот эти вот мини-моменты какие-то. Все-таки один раз ты не попал по противнику с минусом там 400-100 хп, и все, пожалуйста, он там с оставшимися хелспоинтами может принести много проблем твоим тиммейтам. Ну что ж, КТшники тем временем пытаются у нас выйти по там поинт Б, но ничего у них не получается. Young Sharks забирает одного смоута, вот другого стык 9, и остается Допидош, который с АВП против троих, ну, вообще ничего не сможет противопоставить, и просто благополучно бежит сейви. Сейчас его будет встречать Young Sharks, снайпер противоположной уже команды, и кто кого перестреляет, Young Sharks, браво, 3 килла в этом раунде. Мы катаем овер, трейн кубу какая-нибудь да выпадет. Ну, может быть. Артём. Артум пишет. 16-5, выиграли GPG на Мираже. Ну, не знаю. Но пока, пока что GPG, конечно, показывает хороший контроль. Ой, как Син сейчас хорошо по... Стерс он стрелял, знает, он уже и на коврах противник имеется, того забрал, хотя Enemy успел сделать минус 1. По кому из тиммейтов игроков команды GPG, а в 2-2 ситуация тем временем, пока я тут чатик читал, ваши комментарии. Ребят, из 6 вполне могут еще побороться за, по крайней мере, 14 раунд. Не говорю уж, конечно, об игре, но вот за 14 раунд, в принципе, они побороться, ну, могут. Why not? Ну и GPG, конечно, будут сейчас пытаться растянуть защиту, хотя игроки команды HSB сейчас находятся в
вдвоем на планете А и... Но это фейк, раскид на Б, и, конечно же, игроки команды GPG отправляются в путь и в дорогу на не такой уж и далекий B-сайт на шифта. Хотя можно было здесь, наверное, можно было и бежать. Хотя думают, что все-таки противник может поджать мидл, но никакого поджатия мидла нет, а вот поджатие андерграунда вполне вероятно. И допидош сейчас вообще, по-моему, никто не чекнет, и он просто минус 2 сейчас должен делать. Сделал минус 1, сделал минус 2, как я и говорил, ну, я просто Ванга. Хэштеги Кэлбрен Ванга, плиз. Ну что ж, кстати, о прогнозах подписчиков Lefight of Rage League 68%, как мы видим на экранах, проголосовали за победу GPG, и 30% проголосовали за Headcrawl Bears. Но пока что мы видим действительно то, что сами команды и сами игроки, вернее, сами подписчики Lefight of Rage League нагадали. Действительно, GPG пока имеет колоссальное преимущество в матче, имея в своем активе 11 взятых раундов за слабую сторону на Мираже. Хотя слабая сторона на Мираже уже давным-давно не такая уж и слабая. Ну вот, плохое начало для GPG в последнем раунде первой половины. Втроем они остались против пятерых противников. Причем двоих там сумел, по-моему, забрать у нас Фокси на апартаментах Апуэнта. И как-то странно, просто один чел взял и забрал двоих. Это довольно-таки, довольно-таки интересно. Киумис на чеку противника в андерграунде. Возможно, сейчас даст информацию о том, что на миду будет какая-либо агрессия от команды GPG. И вот отправляется уже на шорт у нас один из игроков защиты. И что ж, давайте оборону мида, как оборону Севастополя, Сталинграда, также оборону мида. Пожалуйста, нам подайте. Причем оборону, пожалуйста, хорошую. При том, что вы играете в большинстве. Итак, Синф каким-то образом забирает двоих сейчас, если я не ошибаюсь, на шорту, по-моему, один спрейм. Это вообще что такое? Что за и Фокси, благо, забирает все-таки Кекстора, и Синф остается один против троих противников, но у него есть бомба на руках, и он здесь может делать очень сейчас много, если, конечно же, ему повезет. Хорошо, сделал первый минус, у него два хелспоинта, повторяю, просто два, о нем есть информация, и если сейчас... Да ну нет, как же так? И последний игрок защиты находится очень далеко сейчас от Синфа, аж на шарте. И Синф читает эту всю штуку. И на самом деле у меня прям переполняет эмоции. И просто, ну, допидош будет диффузить, но два хелспоинта у Синфа. Конечно, Синф красавчик на самом деле. Сделал максимум из этой ситуации. Ну, просто минус 4, оставшись 1 в 3. Красавчик, молодец. Но раунд не затащил, поэтому MVP мы дадим допидош. Что ж, 3... Нет, 4-11. 4-11 для первой половины на карте Демирайдж. За КТ это плохо. За Терф это, конечно, прекрасно, но вот за КТ не очень. Ну что ж, вторая пистолетка нас ожидает. И что в этой пистолетке нам уже будут демонстрировать игроки команды HSB. В предыдущей пистолетке GPG взяли свой первый раунд довольно уверенно. Ну, что сейчас у нас будут показывать игроки HSB, посмотрим. Выход под андерграунд, серьезно, вот такое вот у нас, такое вот решение принимается игроками. Нападение в первом раунде второй половины. Начекали одного из игроков атаки, Синф. Ой, Синф не очень удачно сейчас настрелял по Допи Доджо. Есть минус от Синфа, есть минус от Кикстора. Синф оформляет дабл в этом раунде. Есть минус от Допи Доджо, но этот минус не такой уж и важный, потому что, ну, как бы окно до сих пор защищается одним из игроков. Двумя даже игроками защиты, и все, беда. Очень большая беда и проблема у команды HSB. Они вдвоем против четверых противников, которые знают, где находится бомба. Рейдж начинает агрессию. У него не самая удачная, скажем прямо, агрессия. Но Синф исправляет всю эту ситуацию. Забирает противника, лезущего прям в так лезущего в джангл. И вот, пожалуйста, минус 3 от этого парня в этом же раунде. У него 9 хелспоинтов есть. Допи Додж поймал противника на ошибке, который бежал и пытался зарезать его ножом. И 2 в 1. Есть шансы у Допи Доджа. Но вот
По времени у него все не так здорово, и 30 секунд у него оставалось, но вот Kickstorm он так и не сумел перестрелять, и браво игроки, игрокам команды GPG, уверенный, ну как уверенный, неплохой раунд за защиту, со знанием, с понятием того, где находится противник, но все-таки хочется сказать, что Headcrow Bears сыграли не так уж и здорово, потому что, слишком прямолинейно, что ли, да и как-то без изюминки особой, ну и, пожалуйста, как итог, 4-12 не в их пользу. Итак, выход под АБ, оппонент у нас идет, команда HSB выходит, нужно пытаться забирать раунд, не забирайте раунд, вы проигрываете, вероятно, всего эту встречу. Рейдж начинает стреляться, есть минус от энеми, не очень хорошая стрельба от Рейджа, и вот, пожалуйста, выход под АБ. Вот от игроков защит, не знаю, с нападения, и Никер разменялся с своим противником, и 2 в 1 остаются сейчас GPG, который, ну, они должны это сразу дать, его хпшный траблмейкер, а вот, пожалуйста, 4-13, GPG все более и более уверенно начинают играть. Ну, хорошая у нас пока что игра. Со стороны, по крайней мере, одной из команд. GPG действительно выглядит как-то поприятнее в данной встрече. Больше у них получается, больше у них, видимо, каких-либо заготовок. Да и по морали, в принципе, ребята не просаживаются. Видно, что ребята нацелены на самое такое мощное и лучшее. Минус от Ники. Нет, минус от Ершаза. Ники также подкрепляет это преимущество по убийствам в этом раунде. Но Enemy вместе с Допик Дог оформляют такое, знаете, небольшую ответочку. Делают ответочку, но Rage тут же уравнивает более-менее шансы в этом раунде. Допи Дог, петух против UMP. Или как это, трактор против петуха. Давайте посмотрим, кто кого. И в этом противостоянии у нас все-таки побеждает тракторист Rage, который, который дал, так сказать, минус 300 хп, наверное, в этом раунде примерно. Ну что ж, 14-4, GPG продолжают доминировать на этой карте. Следующий матч, кстати говоря, который мы будем смотреть, будет матч против между командами HW3X и командой Wanted. Вот такое вот у нас противостояние будет идти дальше. Также будем комментировать специально для вас, дорогие друзья, следующую встречу. И не забывайте, что у нас также есть прямая трансляция на нашем первом Twitch-канале. Она начнется в 14:00 по московскому времени. Также присоединяйтесь. Там будет Take Me Happy и Red Lux Seedov. Алексей комментировать для вас немного другой турнир, но не менее интересный, я думаю. Итак, Кимис тем временем остается в одиночку, уже не остается, уже погибает. Хедшот прям залетает ему от Кекстера, который с ССГ, ну, как боженька дал. И 15-4, 11 матчпоинтов есть у GPG, чтобы просто наказать своих оппонентов и показать, кто в доме хозяин. Но затянется ли эта игра вообще надолго или нет? Интересно, такой смачок падает. Интересно, а куда вообще смог тут этот падает? А смог падает, ну, наверное, не туда, куда хотелось бы игрокам команды HSB, но уж куда упал, туда упал, ничего не поделаешь. Ну и выход под Upwind, они уже вот так вот просто, серьезно, бомба в апартаментах, бомба уже, наверное, спалилась там. Выход первого игрока команды HSB, молотов на между падает, там все там горят просто, ребята, там трупаки горят. Что ж, бывает, Зевсу привет, кстати. Итак, 2 в 4 остаются игроки HSB, но вот 2 в 3 уже. Траблмейкер делает минус, да, да что ж такое, покажите нам, пожалуйста, Траблмейкер. Ну так мы не увидели, как этот парень чудит с дезертыгла. И остался Допи Додж, который 1 в 2 с диглом, с одной флешкой и вторым армором попытается выжить максимум из этой ситуации и все-таки не дать команде GPG с первого раза использовать свой матчпоинт. Ну давай, Додж, твое время настало, и
Но, по-моему, он не читает сейчас в этой позиции. Но нет, Синфа все-таки пристреливает. Синфа 3 к 1. Блестящая игра от капитана команды. GPG просто восхитительная. Ну и, в принципе, все ребята отыграли неплохо в этой встрече. Что ж, игра заканчивается. GPG мы поздравляем. Headcrow Bears отправляются во второй тур. Во втором туре они вроде как играют, если мне память не изменяет, против Wanted. Вот. Опять же, точно не помню, но вроде бы против Wanted. Ну что ж, GPG получают все-таки одно очко, HSB ничего не получают. Следующий матч буквально через 15 минут начинается, никуда не расходимся. Впереди будет только самое интересное, впереди нас ждут еще целых 2 матча. Так что просто наливаем чай, накладываем себе кушать, продолжаем смотреть Faux Power и наши трансляции. Если что, предупреждаю еще раз, через буквально 20 минут начинается прямая трансляция на нашем первом канале. Если вам интересно, то можете переходить по ссылкам в нашей группе Faux Power и уже смотреть другие трансляции, естественно, посматривая и нашу, ну, это обязательно. Что ж, уходим на небольшую паузу, вернемся буквально через 15-10 минут.